Жители 9-этажного дома, расположенного по улице Взлетной, пострадавшего в результате военной агрессии со стороны украинских миротворцев, получили возможность обзавестись новым жильем в непосредственной близости к центру Донецка. Власти выделили под заселение людям, оставшимся без своих квартир, одно из университетских общежитий на улице Роза-Люксембург. Глава ДНР Александр Захарченко лично вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам разрушенной боями многоэтажки, находящейся вблизи столичного аэропорта. Глава республики обратился к присутствующим. Мы как государство обещали вам дать новые квартиры до Нового года. Мы свое слово сдержали. Я хочу поздравить каждого из вас, тех людей, которые сегодня будут получать эти квартиры, ключи от квартир, с новосельем. Пожелать вам всего самого хорошего. Тем более, вчера был святой праздник, скоро будет Новый год. Такое, ну, знаковое событие. Ну, семейного счастья, благополучия. Думаю, жизнь на этом не кончается. Прекрасно понимаю, что таких домов у нас еще в республике будет не один. Но поверьте, делаем все возможное и невозможное, чтобы хоть как-то людям получать это жилье. Война еще не закончилась, к сожалению. До сих пор наши дома разрушаются. Обидно даже те дома, которые мы только отремонтировали, они опять получают повреждения. Ну, вам отдельная благодарность. Для нас этот дом был знаковый. Там воевали два моих погибших друга. Поэтому сегодня ваши семьи получат ключи от квартир. Ключи от нового жилья получили первые 8 семей. Всего в доме планируется заселить 149 квартир. В здании была проведена реконструкция. Дом полностью обеспечен электричеством и водоснабжением. Все стены утеплены и оштукатурены, проведены внутриотделочные работы. Сейчас бывшее общежитие университета полностью пригодно для жизни. Когда эти объекты строились, здесь были учтены не только все нормы, стандарты и правила строительства, но максимально старались все условия учитывать, чтобы здесь было в дальнейшем комфортно жить. Огромное спасибо строителям за то, что порой они оставались здесь круглосуточно для того, чтобы в срок сдать эти объекты. Глава республики поставил всем нам очень сжатые сроки на выполнение всех строительных работ на данном объекте. Но мы видим, что наши строители справились с поставленной задачей. И сегодня вы получите долгожданные ключи от ваших квартир. Напомним, что легендарная «девятка» расположена на улице Взлетной, вблизи столичного аэропорта. Жилой дом был разрушен в результате боевых действий и не подлежит восстановлению. Без жилья тогда остались 137 семей. Работы по реконструкции зданий, бывшее общежитие и профилактория Донецкого национального университета для переселения жителей дома начались в мае 2017 года. Дмитрий Зиньковский, Новороссия ТВ.